О начале масштабного проекта по поддержке малого и среднего бизнеса по всей России сегодня объявила национальная медиагруппа. На РЕН-ТВ и других телеканалах холдинга целый месяц будут размещаться рекламные ролики предпринимателей. Такой шанс выпадает раз в жизни. Бизнесмен из любого региона может продвинуть свои товары или услуги в эфире федеральных телекомпаний. Кто и как может стать участником программы, объяснит Георгий Гривиный. Владимир Волошок, говорит, казалось бы, еще вчера был у себя в Магнитогорске одним из самых успешных производителей и продавцов обуви. А сейчас уверенно стоять на ногах его бизнес уже не может. Выручка упала до нуля, магазины закрыты, интернет-торговля только набирает обороты. Как дать знать клиентам, что его бизнес жив и готов порадовать обновками? Ответ он попытался найти, записав видеообращение с рассказом о своем деле и выложив его в Инстаграм на страничке с хэштегом «Немаловажный». Это акция национальной медиагруппы, решившей поддержать малый и средний бизнес в сложной ситуации. Хорошая помощь для предпринимателей, у которых сегодня нет ни выручки, ни денег, ни прибыли. И в очередной раз напомнить о себе, напомнить о российских производителях, напомнить о том, что мы живы. Для нашего клиента сегодня это актуально. Короткий видеорассказ о себе, о своем бизнесе, проблемы и пути их решения, продукция и способ доставки до потребителя, а еще, конечно же, оптимизм, стойкость духа и креативность, даже в кризисные дни. Малому и среднему бизнесу сейчас очень нужна поддержка, и не только от государства. Национальная медиагруппа – это лидирующий медиахолдинг. Мы видим, в какой сложной ситуации оказались предприниматели по всей стране и чувствуем социальную ответственность и необходимость им помочь своими ресурсами. Представители малого и среднего бизнеса – это важнейшая часть развития экономики России. При этом за каждым бизнесом стоят реальные люди, истории, семьи, которые нуждаются в национальной поддержке. Главная цель проекта немаловажна – помочь им пережить этот трудный период и восстановиться как можно быстрее. До конца мая этим видеовизиткам дадут зеленый свет в эфире всех каналов национальной медиагруппы. РЕН-ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Лав будут каждый день. Нет, не рекламировать, а по сути бросать спасательный круг пострадавшему бизнесу, пытаясь соединить его с покупателями по ту сторону экрана. Кроме того, предприниматели смогут продвинуть свои товары и услуги на диджитал-ресурсах холдинга. И, конечно, в официальном аккаунте проекта «Немаловажный» в Инстаграм. Банк Открытия стал первым финансовым партнером акции с хэштегом «Немаловажный». Важный. Банк помогает тем, кто не останавливается, идет дальше. Тем, кто не принимает и предпринимает. Таким непринимателям мы даем возможность заявить о себе в эфире и помогаем с рекламой бизнеса. Елена Махота из Москвы недавно открыла сеть салонов красоты, но теперь они закрылись из-за вируса и кризиса. Но она не унывает и ищет, как дойти до клиентов, причем дойти в прямом смысле. Вместе с мужем сейчас работает и курьером, и администратором, и закупщиком. Именно таких в банке открытия и называют непринимателей тяжелых обстоятельств. Мы создали доставку набора для домашних услуг, когда клиент может сделать услуги самостоятельно. Самый популярный набор – набор для домашнего окрашивания с индивидуальным подбором цвета от нашего арт-директора, лучшего колориста сети. Стендап-комик и актер Александр Незлобин сам себя называет малым бизнесом. Но его гастроли и съемки проектов мало пострадали, а вот вокруг ситуация куда более печальная. Но с помощью проекта «Немаловажный» бизнесмены тоже могут стать звездами непокоренного вирусом бизнеса. Я вижу, что очень много малого бизнеса пострадало. И, во-первых, мне кажется, это и психологическая поддержка, что они тоже понимают, что о них думает не только правительство, а еще кто-то вокруг. И бизнесмены тоже. Мы все понимаем, что малый бизнес и средний – это залог среднего класса. Своим подписчикам и поклонникам звезды эфира и блогеры рекомендуют: купи еду с доставкой на дом в любимой кафешке, закажи новую пару обуви любимого производителя в интернет-магазине. Так мы поможем. А еще акция с хэштегом «Немаловажный». Все вместе должно помочь остаться в живых бизнесу, который пусть и называется малым и средним, зато для всех, для нас является очень немаловажным. Георгий Гривиный, Сюзанна Аветисян и Виктория Тринитатова. Известия специально для РЕН-ТВ.